Эй, Элги, с вами Шумики, мы продолжим проводить игру по названию Quest Hunter. Короче, нужно как-то инициировать смерть кузнеца, как я понял, и мы победили прошлую серию чудища. Скажи, что ты разобрался с чудищем. Да, я его победил. Да, чудище было обманом. Обманом? Как так? Долго рассказывать. В общем, я решил проблему, чудища было больше нет. Хвала небесам, я знал, что на тебя можно положиться. Вот тебе за старание. Теперь можно и твоим кораблем заняться. Слушай внимательно. Чтобы собрать летучий корабль, тебе нужно 4 основных элемента, без которых он не полетит. Чугунный котел, паруса, искусно сделанный штурвал и самая главная часть – источник энергии. Первые три я могу тебе достать, а вот с источником энергии могут быть проблемы. Если бы... его было бы легко найти, но у нас всего лет так. Но у нас все летали бы на летучих кораблях. Огненный шар подойдет? Ого, а ты не просто малый. И это сразу смекнул. Что ж, самая важная деталь у тебя есть. Можем приступить к строительству. Принеси мне пока 1000 дерева и 500 камней. Я скомандую своими людьми, начиная строительство корсара. Почему столько дерева? Может быть, наоборот сделаем, ребят, а? Мано. Хотя я могу дерево купить. Ну, ваше. Неси дерево и камни. Так, ладно, камни у нас есть, нам нужно дерево 500 штук. Да, я так кликать на самом деле надоест. Пипи. Это, знаете, немного кликера похоже. Так, это получить 400. Это 100. Мне нужно потратить... три косаря. Так, продажа сколько? Мне ж 1000, да, надо? Ах, ладно. Хотя, знаете, что мы можем сделать? Пока все равно по пути будем все это делать. Так, задание. Принеси 1000 так для летучего дерева. Инициировать смерть королевского кузнеца. Как это сделать? Выкрасть реликвию белых цилиндров. Тоже вопрос. Давайте мы... А, я знаю, как инициировать смерть. Нам нужно это сделать. Кольцо отнести там, где у нас проход, наверное. Переходом. Но единственное, что я вижу, это не то место. И ведь это правда, так ведь? Оно даже выглядит... Хотя не, оно выглядит так же, но... Плевать. Это снова не то место. Почему я не могу выбрать, с какой стороны появиться? Стойте, это наоборот, это не здесь было. Это было, когда мы с вами... через врата прошли, а врата у нас аж здесь. А тут лабиринт, он рандомный. На...
Ладненько, давайте все-таки тогда просто покупать дерево. А как я инициирую смерть? Так, включаю ускоритель мышки. Это получается 400. Короче, мне нужно еще 2000 потратить. Но это на самом деле очень долго будет, потому что. Ну я не знаю, вот дерево сколько улетает пеньков, а ну народ считайте. Пи-п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 и. Что значит, когда вот деньги есть у тебя? Долго. И я смотрю на эти летающие пеньки, да, именно вот центр там, где написано улучшить. Я понимаю, что мне потом в глазах будут эти пеньки эти летать. Еще где? О, все. Окейшки. А вот древо и камни. Отлично, сейчас же скажу мужчинам приступить, но есть еще одна проблема. Никто из них не будет работать бесплатно. Принести 1000 монет, это должно хватить. Держи монеты. Хорошо. Так, стройка уже в разгаре. Самое время тебе отправиться в поиски недостающих частей. Чугунный котел спроси у торговца с самогоном. Его ты, наверное, знаешь. Парусники можно доставить на тыквенной ферме. Я видел у них кладовки. Аж штурвал закажи у воров. В лысом черепе. Как все соберешь, приходи. Мы пока сделаем все остальное. Так, ну... Это у него надо. А почему я могу с ним сейчас здесь поговорить? В лысом черепе, скорее всего, у челика, который это ворует, можно купить рвал. Вот, блядь, дверные ворота. Так, значит, отправляемся в лагерь. Начинается. Плевать, мы просто бежим. Так, лагерь. И вот, да, эти ворота оказываются. А не лабиринте. Да, там лучники, что много всего появилось. Блин, самое опасное это дальние атакующие враги. Потому что... Потому. Да вы издеваетесь. Аж надоедает на самом деле. Да, нечисть окружает, он нам ни хера не сделает, мы просто убегаем. Я даже с ними драться не хочу. Не, если будет здоровяк тут, как тогда у нас выпал, я тогда сражусь.
Я просто не понимаю, нахера мне аж сюда идти, чтобы поговорить с мужиком, который варит самогон. Если он там уже тоже был. Я могу помочь в этот прекрасный темный день. Мне нужен чугунный котел. У меня как раз есть один, но ты же понимаешь, что просто так я его не дам. Как мне его получить? Может, по старой дружбе? Как обычно, надо мне помочь. Королевская стража арестовала партию моего самогона. Хорошо ж... Хорошо бы кто-то смог выкрасть хотя бы бочку. А то у меня совсем бизнес встал. Давай отмечу на карте, если вдруг ты решишься. Да, он главное отмечает. И где, давай... Манать туда бегать. Вот это у меня почему-то часть начинает... Часть надоедает уже конкретно, типа. Хочется забросить игру, потому что тут просто беготня идет. Я иду к воротам, чтобы я это... Так сказать... С рыцарем сразу поговорил. Я потом еще в туда вернусь, в лагерь свой, вот. Мне ж не придется бегать все это. Не хочу. Да. Таверна Лысый Череп. Давайте сразу в таверну сбегаю, потом на ферму сбегаю. Все равно я сейчас просто указания получаю от этих великов. И ничего более. Блин, еще этому реликвию надо принести. Так, подождите, а как я принесу реликвию, если я не знаю, как найти четвертый этот? Четвертый кусок шляпы. Да уж. Погнали искать, я не знаю. Я не думаю, что чтобы мне куда-то... Вот, видите, секретный проход. Секретный проход — это как раз там стена, где закрыта. Лежит вам. Как вариант, может, нужно поджечь. Но снова же нет, понимаете? А больше я не знаю, ну вот реликвия. Серьезно? Мне кажется, самому нужно было встать на плиту. ГГ. ГГГ. Откуда мне нужно было знать? Ну, зато я узнаю, что он может мне предложить. Потом за ним на ферму. Может, как раз у него я могу и этот купить. Турбал. Просто за деньги. Надо было тому сказать, я тогда возьму, блядь, силой и не морочить голову.
Ну что, принес реликвию? Пришлось попотеть, вот держи. Превосходно, я как раз нашел на нее покупателя. С таким талантом мы с тобой горы свернем, вот держи за старание. Плохо. Как появится новая работа, я обязательно подмигну. А пока смотри, что у меня тут на продажу. Неплохо. Не, на самом деле неплохо. У меня пол... О, тыквенная шляпка. Можно продать. Ну вот эту я купил на самом деле. Но не хочу. Ага, мой старый подельник. Что нового? Мне нужен штурвал для корабля. Интересно, могу достать, но это будет дорого стоить. Говори цену. Говори цену. Скидка будет, но придется ждать летние распродажи. Ха-ха-ха. Деньги меня не интересуют, но зато у меня есть наводочка на одну хижину. Говорят, там есть чем поживиться. Принеси мне что-то ценное оттуда. И штурвал твой. Оп. Отмечу на карте. Окей. Потащу как раз топор сразу. Хотя, если я могу, я лучше улучшу этот сундук. Это не могу, значит, заточу топор. Ну, меч, то есть. Продать. Надо посмотреть, есть ли у меня такая шляпа. Да, есть. Значит, эту я продам. И топор я продам. Угу. Чисто у нас, считайте, беготня, но все равно есть какие-то новые. Давайте я в ближайшее место пойду сразу на ферму. А на ферму я зачем иду? Уже не вспомню. Да, пройти. Готово. Понимаю. Так, хорошо, это я получил. А дальше мы бежим с вами. Там, где стража. Я сразу туда прибегу, потому что нам все равно потом возвращаться к этому челику. Держи путь! Держи путь! Тайник. Хотя, если тайники стоят, то у меня не будет рандомных встреч, на самом деле. И это довольно хорошо. Окей, поехали. О, это как раз королевская эта стража. Стой, кто идет? Хочу сообщить тебе о беглом преступнике. Давай сообщай и проваливай. Это кольцо я снял с его трупа.
Он скрывается в лагере у болот. Дай-ка посмотреть. Да это же кольцо королевского кузнеца. Где ты его нашел? Это все, что я успел у него снять. Все остальное засосало в болото. Что ж, на одного бы их лица меньше. Спасибо. А теперь проваливай. Так, туда можно попасть. Как говорится, теперь подумай, как мне туда попасть, да? Первое, что я могу сделать, это использовать способность бега и пробраться куда-то в пещеры. Я вас понял. Я не хочу драться. Кушаем. Точек. Лодзи совсем высок. Можно попробовать спуститься вниз. Спуститься. Да. Сейчас мы спирт воруем. Сокровища, сокровища, сокровища мои. Сокровища, сокровища, сокровища мои. Динамит — это хорошо. Блин, а чё я против робота точно того не использовал динамит? Эх, я глупый. Это чё за херь? Ну, я понимаю, это было бы финиш, да, для меня? И для этого нужен был бы яд. Так, герой. Ладно, и так сойдет. Вопрос нахер. А, ради динамита. Ну, в принципе, да, ради динамита можно. Так, пройти можно, можно. Ядовитый участочек. Оп. Так, готово. Герои. Так, так, так. Единичка. Меня чуть как обычно не убило. Герои, ветер, единичка. Ух.
Добро. Головоломочки, да, значит? Эх, я думал, можно закрыть было бы его. Ладно. Так, шар. Вон этот головоломки странные какие-то. Я все равно это использую для прокачки оружия. Заходим, уходим. Окей, что у нас по сундукам? Ну, что новенькое. Шлем железного человека. Интересно, это отсылочка на железного человека? Так, а теперь вопрос. Могу я просто отсюда выйти через парадный вход? Да, как говорится, убит... Обед. Ответ убил, да? Нет, смотрите, здесь, оказывается, был проход. Который меня не выпустит, да? Печально. Хотя, есть вероятность того, если я сейчас здесь просмотрю... Уже не пройду. Ладненько, давайте тогда в следующей серии мы продолжим. Где? Нахер его знает. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.